Владимир Владимирович, мы ополченцы Донецкой Народной Республики, подразделение «Спарта», обращаемся к вам с просьбой о помощи. Мы просим вам помочь нашим братьям и друзьям из города Владимира, из Владимирского регионального антикоррупционного правозащитного общества «Движение Народный фронт», в борьбе с коррумпированной администрацией Владимирской области. Люди из этого движения борются за права детей, за детский стадион, который местная администрация хочет пустить под бульдозеры. Уже много времени они борются с казнокрадом и с коррупционером в виде губернатора Конышева, укравшим деньги, принадлежащие Российской Федерации, 4 миллиона долларов. А местный губернатор и его окружение пытаются своим административным ресурсом уничтожить этих людей. В регионе 33 установлен тоталитарный режим, силовики бездействуют, суды выносят антиконституционные вердикты. Все документы, подтверждающие все вышесказанное, у них есть. Без вашего вмешательства нашим друзьям и братьям будет очень тяжело выполнить ваши указы в области соблюдения прав человека и борьбы с коррупцией и продвигать в своем регионе вашу политику. Они приезжают к нам в республику, дают концерты, раздают благотворительную помощь. И заметьте, все это делают на собственные средства. Помощи от бюрократов Владимирской области им ждать не приходится. Владимир Владимирович, помогите им. Пришлите во Владимирскую область проверку. Наши друзья и братья готовы рассказать вашим людям о нарушениях прав человека, о преступной деятельности руководства Владимирской области, о всех тех, кто игнорирует и не выполняет ваши указы и распоряжения. С уважением к вам, Владимир Владимирович, ополченцы ДНР.